Мы на месте. Пошли. Все сгнившее, блин. Назад! Отойдите оттуда! Воздух пропитан чумой! Все это очень плохо. Властелины Грубера защищают его от врагов. Чем ближе мы к нему подбираемся, тем сильнее... Там один властелин, это не угол. Если мы пойдем дальше, все наше войско погибнет от страшных болезней. Хреново. Разведчикам не удалось найти другой путь. Где-то здесь, в горах, находится тайная цитадель Грубера. Ее силуэт промелькнул в тумане, но разведчики не смогли ее найти. Чтобы доставить мне эту информацию, погибло двое наших людей. Я не хочу больше рисковать жизнью своих воинов понапрасну. Сегодня мы дальше не пойдем. Я буду молить Сигмара дать нам силу и защитить нас. Завтра пошлите людей на разведку. Возможно, они смогут найти безопасный путь. Я тоже буду молиться Сигмару. Мы уходим отсюда и разбиваем лагерь. Всем приготовиться! Сержанты, о выполнении доложите мне. Слушаемся, мой сеньор. О, а здесь эльф стоит. Гнус, когда что касается ветров мага, незаметно ни для кого, кроме разве что пенсии. Пошлите за командиром Эрелианом, пусть он... О, миазмы. Что вы видите? Разве вы не видите тьму? Смотрите, опять, смотрите внимательно. Мои глаза не способны видеть все, что видите вы, маг Сафери. Там темное пятно. Возможно, грозовая туча. Хуже, парень, хуже. Нет, это не просто грозовая туча. Это злая магия. Заклинание повелителя гнили. Мы отправляемся на восток, как только воины будут готовы. Угу. Армия-то у тебя прикольная так стоит, блин. Я даже видел хранителей это, мечей, блин. Но у нас их, к сожалению, нету. Ну, я так и думал, армия-то ни о чем. Ну, пошли. Схватки в ночи. После тяжелого дня на марше армия Авлен разбила лагерь на ночь, когда луна поднялась над горизонтом. Вахтенные доложили замечено движение в тенях. Че, скавины, блин? Ну, ладно, ты у нас пешком будешь сегодня сражаться. Без кавалерии. Обойдемся. Хотя эльф обладает самым зорким зрением среди всех рас, в темноте даже они видят не очень хорошо. Угу. И этим воспользуются эти, да? Этим воспользуется наша нежить. А, нежить. Крыски. Веселые крыски. Очень веселые, блин. Поехали. Опа. Обороняться будем, да? Моя армия не может проиграть. Я намерен оказать милость своим присутствием. Я все-таки сделаем вот так. Тайна нашего похода. Следите за оружием. Защищайте всех, пока вы не бьете тех, кто подышит коленов, вы не хорошо. Коготь орла готов, предводитель. Из какой страны пойдут? Не склониться перед хаосом. А? С какой страны пойдут, как думаете? Целый ВА повысился еще, да? Да. Нужно еще два уровня. Ты у нас что? И где они? Здесь у нас и могут потери быть ощутимые, если честно. Опа, так и думал. Я никогда не склонюсь перед темными богами. Главное, чтобы не было этих, блин. Одной только мудростью не выиграть войну. Вонючих, блин. Тень не получит меня, пока я жив. Госпожа, мимо. Они нападают справа.
Справа это разве не слева? Разбегайтесь по норам! Врагам не справиться смогли. С воинами Ультуана. Кровь Калидора течет в моих жилах. Ага, вон те придурки. Проблема. Чистейшая магия подчиняется мне. Я носитель древней мудрости. Не попадет. Так и думал. Мы ждем вашего решения. Оказался враг. Рассеяться! Тень зла приближается. Боги направили ваших меня к вам. Ваших воинов осаждает враг. Замкните родичи. Я никогда не склонюсь перед темными богами. Врагам не справиться с воинами. Там что, опять такие же, а? А еще куда они делись? Наш прицел верен. Мы идем, предводитель, во славу Ультуана. Бесшумно и быстро. Они там просто гуляют, что ли? Конец мира, быть может, еще не пришел. Боги направили меня к вам. Сжать строй. Мы никогда не промахиваемся. Давайте застрелить их всех. Атакуют наши укрепления. Ошибись. Опа. Лучники одни сюда. Вы туда. Нужно идти. Наша борьба будет длиться вечно. Показался враг. Вперед. На, после тебя, скотина. О, а вот и мародеры. Нельзя позволить миру пасть под натиском хаоса. И слева тоже командующий. С этими кретинами следите за тылом. Вы даже столетний врагам не справиться с воинами. Строится быстро, быстро, быстро. Там кто? Крысы, да? Я жажду помочь вам в ваших усилиях. У меня какое-то дурное предчувствие. Боги направили давай, меня. Давай, давай. Почувствуй белый огонь, Хаэта. День славы приближается. Я предвижу ваш конец, глупцы. Там кто у нас? Тоже варвары. Метательные копья, ой, топоры. Перестроиться. А, он... уровень повысились, ошибись, я думал, потери такие больше. О, воины Нурга уже, смотри-ка, зелененькие. Нужно препятствовать хаосу во всем. Нате, два подарочка. Ага, только один долетел. Тень зла приближается. Величайший из детей Ультуана слышал. Сосакнуть щиты. Ваших воинов осаждает враг. Ошибись. Будет, а что у нас? Тень не получит меня, пока я жив. Свет Ультуана сияет во мне. Построиться. Жители Ультуана готовы. Нужно препятствовать хаосу во всем. Быстрей! Атакуют слева. 4000 лет. Блин, наш проблема. Наш проблема. Наши стрелы вершат скорый суд. Ты сюда да, беги, быстро. Не знает своего истинного назначения. Мы не подведем. Шагайте, храбрые ополченцы. Блин, подбери вещи. Держите сомкнутый строй. Нахрен мне этот шатер сдался. Направляют сами боги. Так и будет. Конец мира, быть может, еще не пришел. О, кадильщики тут, блин. Ветры магии ведут меня. Чумные. Как его, блин, день зла приближается. Показался враг. Врагам не чумные монахи, блин. О, вспомнил. Подчиняется мне. Опа. Отродье Нурга. Чумоножцы. Мне нет равных. Хотя бы одного мы убили. Конец мира, быть может, еще не пришел. Но сомкнуть строй, яйца сжать и вперед. Ошибись. Построиться. Нужно препятствовать хаосу во всем. Одной только мудростью не выиграть войну.
становится. Эти несчастные слишком долго избегают своей судьбы. Ну так-то эльфийские эти, блин, тоже хорошо его наносят, лучники. Давай-давай-давай! А, убежали. Мой клинок несет смерть всем, кто бросит мне вызов. Там кто? Придурки. Нельзя позволить миру пасть под натиском хаоса. Там кто? Врагам не справиться с воинами Ултуана. Энергия Сафери течет во мне. 4000 лет не видела эта земля подобных мне. Угу. Не видела. Мне нет равных. Меня ведет внутренний свет. Меня ведет внутренний свет. Постройтесь, ребята, постройтесь. Что-то героя до сих пор нету, блин. Странно. День зла приближается. Опа, это уже серьезно. Снова лежит на моих плечах. Мой посох направляет судьба. 4000 лет. Сомкнуть строй. У меня какое-то дурное предчувствие. Кровь давно умерших напитала эту землю. Свет Ултуана сияет во мне. Стрельника по кавалерии, ну бы. А, да. Рыцари, блин. В моих руках сила как белой башни. Вперед! Это же кавалерия, а вы копейщики, прессуйте их. Я носитель древней мудрости. Кадищики опять. Мы принесем победу. Мы не подведем одной вас. Только мудростью мы не, подведем не выиграть вас. Войну. Опа. Я жажду это помочь уже вам в ваших усилиях. Два придурка идут. У меня какое-то дурное предчувствие. Создание зла атакуют наше укрепление. Что будем делать сейчас? Дурное предчувствие. Он сейчас подойдет на дистанцию выстрела и будет стрелять. Не одолеть нас. А, ему хана уже. На. Наш прицел верен. Бейте насмерть. Мы никогда не промахиваемся. Противься мне. Стрелять. Стрелять. Эти глупцы меня надолго не задержат. Твои боги оставили тебя. Вперед, ребята. Приближается. Врагам не справиться с воинами. Еще один идет обман. Поражение невозможно, ибо оно будет означать, что мы обречены. На тебе, скотина. У меня какое-то дурное предчувствие. Кого тут больше... У нее с ракет! Охренеть! Ты сама кому хочешь, лицо сломаешь, блин. Давай тебе покачаем вот эту штуку сюда. Никогда хаос не одолеет величайших сынов Ултуана. Готово. Последний из этих трусов. Победа за нами. Хранят запись об этой победе. Нет! Блять, не успел.